Волгоградский «Ротор» приготовился к продолжению сезона. 3 марта футболисты сыграют дома с московской командой «Спартак-2». В этот день синоптики обещают нам мороз, но болельщиков погода не должна напугать. При этом с основным составом тренерский штаб «Ротора» так и не определился. Двух игроков клуб накануне арендовал у «Енисея». Напомню, что в финале Кубка ФНЛ волгоградцы уступили курскому «Авангарду», не сумев забрать домой свой 3-й трофей. «Енисей» после 17 туров занимает последнее место в таблице РПЛ с 10 очками. «Ротор» в «Олимп» ФНЛ на 15-й и у волгоградцев 28 очков.